О! Всем привет, ребята! Сегодня у нас новый ролик, новый, сумасшедший, интересный... Язык не поворачивается сказать, что это эксперимент. Больше какой-то развлекательный ролик. В общем, все то, что вы любите. Слегка дебиловатое, придурочное, но очень интересное. Специально для этого ролика мы купили вот такое вот невероятное устройство. Называется стиральная машина. А для чего, спросите вы? А для того, чтобы немножечко поиздеваться над ней. Это машина, которая стирает вещи. Вот интересно, а можно ли ее использовать немножко не по назначению? Например, в качестве посудомоечной машины. У нас есть немножечко тарелок, но они чистые. Нужно это исправлять. Для таких случаев у нас есть майонез. Теперь наши тарелки соответствуют стандартам, пора их загрузить. Примерно так я утрамбовываю свои вещи в шкаф. Сейчас, конечно, у вас возникает вопрос. Андрюх, моющее средство, где моющее средство-то? Конечно, оно у нас будет, но это будет не порошок, потому что порошком можете отравиться. Это будет мыло. Готово. Ладно, это шутка. Мыло необходимо натереть на терке. Так, я думаю, этого достаточно. Перед тем, как запускать, хочется вам сказать. Вы просто сумасшедшие, блин! Под прошлым роликом я попросил вас набрать 400 тысяч подписчиков или же 50 тысяч лайков. Когда я это просил, я такой думаю, приду домой, посплю, утром сниму для вас видосик, к вечеру наберется нужная цифра, и я спокойно выложу новый ролик. Но нет, спустя 3 часа набралось нужное количество подписчиков. У меня только один вопрос, вы что, надо мной издеваетесь? Вы это специально делаете? Как мне за вами успевать, ребят? У меня один вариант только, это поднять планку. Но если вы с ней справитесь, просто, я не знаю, ну, блин, я знаю, что многим не нравится моя борода. Я готов состричь бороду, я готов подстричься. Без проблем. Вот я не знаю уже на какие меры идти. Просто вы как специально это делаете для меня. Сейчас на моем канале 409 тысяч подписчиков. Давайте, когда на канале будет 450 тысяч, 450 тысяч это очень большая цифра, я выпущу новое видео. Или же когда ролик наберет 60 тысяч лайков. Правда, у меня есть такие опасения, что вы назло мне сделаете это за час. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Я вам безумно благодарен. Но мы продолжаем. Так как у нас тарелки, я думаю, что нам нужно использовать деликатную стирку. Короче, у нас в ангаре не предусмотрено, чтобы у нас стояла машинка. Поэтому будем сейчас делать все вот так. Давай, врубай! Помедленней! Ой, пошло. Оно работает! Ну блин! Да все, это все, включился режим. Какие ваши ставки, господа? Отмоется ли наша посуда? Мыть посуду в стиральной машине мылом. Могу, умею, практикую. Вот такая у нас система водоотвода. Все будет выливаться в бочку, и Андрей для надежности закрепил скотчем. Молодец, Андрей. Судя по всему, посуда понемножку отмывается. Правда, я вижу уже какие-то первые сколы на нашей тарелке. Есть такой вариант, что по окончании стирки наша тарелка будет просто разбита на как мелкие-мелкие пылинки. Очень чистые мелкие пылинки. Очень чистые мелкие пылинки, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Я боюсь стоять рядом. Мне кажется, надо отходить реально. В какой-то момент я думал, что тарелка настолько сильно расцарапает иллюминатор, что он просто выпадет.
Еще раз гоняется. Это очень страшно. Я в жизни еще никогда так не боялся. Так, наша шайтан-машина остановилась. А, замок еще. Нужно немножко подождать. О, дождались. Ребята, охренеть, блин. Вы посмотрите, во что превратилась наша посуда. Самое забавное, что я клал туда 4 тарелки, а вытаскиваю до хрена маленьких. Самое забавное, что стекло так сильно отшлифовало, что оно даже не острое. Я могу пальчиком так водить. Я бы не стал. И ничего не будет. Чудина. А вот это вы видали? Вот это мы вас учили в ваших спецвойсках. Просто пацан взял горсть стекла в руку, набрал. Так, нам нужно достать все стекло. Я думаю, все-таки не стоит использовать стиральную машинку для мытья посуды. Ее стоит использовать по назначению. Для стирки одежды. Кстати, об одежде. Вы заметили, в чем я? Это наша линейка одежды ITS. По ссылочке в описании вы сможете перейти в наш интернет-магазин itswear.ru. Там вы сможете купить себе точно такую же толстовку, либо футболку. Заказывайте, покупайте, носите с удовольствием. Ссылочка будет в описании. Что? Я не понял, оно мыло вообще брало, нет? Кажется, мы допустили фатальную ошибку. Наше мыло осталось на своем же месте. Че, кайфуша, да? Вот он, последний кусочек мыла. Все остальное вот здесь, здесь, вон там. Мы наконец-таки закончили с нашим мылом. Осталось засыпать последнюю партию. Давайте это сделаем. Все идет через верх, поэтому только таким способом. Вообще, что будет, если засыпать такое количество мыла в машинку? Пойдет ли пена через верх? Или может она вообще взорвется? Это мы и узнаем. Как всегда, бредовые эксперименты. Чтобы наша пена не загадила нам весь ангар, мы будем использовать пленку. Заворачиваем их. Зачем? Можно просто посередине. Для того, чтобы было больше пены, мы решили взять горячую воду. Ну, мы вычитали это в интернете. Так, я думаю, стоит отойти подальше, потому что хрен его знает, что произойдет. Такого дерьма я еще не видел никогда. Только здесь я могу это посмотреть. Объясните мне, где вы увидите такой бред? Вы нигде такого не увидите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Безумные эксперименты! Да, ребят, пока что ничего не видно, вообще непонятно, что происходит. Я думаю, стоит немножко подождать, наша машинка разгонится, если она не сломалась уже. И должна начаться пенная вечеринка. Она не подает никаких признаков жизни. Есть подозрение, что машинка сдохла. Давайте восстановим события. Она просто перестала крутиться? Абсолютно точно. Тише, тише, не надо ее. Она хорошая, блин. Что происходит? Что-то хрустит, что-то щелкает, блин. А, это у нее внутри? А есть, короче, вероятность того, что кусочек стекла, я, конечно, не знаю, как они работают, что кусочек стекла просто попал, короче, туда? В слив, да. И он просто забил, и она не может начать сливать. Мы решили попробовать исправить ситуацию старым дедовским способом. Да вы сильнее, пните.
Во! Во! Как это сработало? Этот способ всегда работает. Да сейчас она скрутится, по идее, да? Или нет. Подожди. Че? Она сейчас откроется. Походу мы программу сбили. Ну давай, Макс, открывай, чё. Ну и дерьмо. А пена отсюда вышла с таким напором, что я готов ручаться головой за то, что она просто не давала крутиться барабану вообще никак. Там вообще мыло-то осталось? Да. Ты спросил, осталось ли мыло? Да. Тут... Я не знаю, я просто вижу пену. Оно просто скомковалось. Чё, попробуем закрыть? Ну-ка, включай. У меня руки заняты. Не, погоди, надо воды же залить туда. Воды же еще надо, точно. Кажется, все мыло просто налипло на стенки и все. Я боюсь, что просто в какой-то момент машинка, как в мультиках, начнет так надуваться и такая... Короче, ребят, могу официально сказать, что наша машинка захлебнулась в пене. Она больше не работает. Я жду уже на протяжении минут 15, но дверка не открывается, я не могу ее открыть. Наш барабан полностью заполнен пеной. В общем, походу ей пришел кирдык. Если вы захотите сделать так дома, я вам категорически это не советую, потому что это может привести к тому, что ваша машинка просто возьмет и сломается. Ну а на этом у нас все, ребят. Я надеюсь, вам нравятся такие бредовые эксперименты. Подписочка на канал, лайк. Всем пока.